день талантов. Танцевали восточные танцы, показывали ушу, петушиный бой, борьба. Мы хотим поблагодарить наших воспитателей за то, что организовали для нас такой лагерь. Этим летом удачи с тобой, принесем ветерок прогасит. Мы тоже помогали своим... своей активностью в разных мероприятиях, своим поведением и тем, что мы старались быть дружными и веселыми. Все разрабатываем руки, нету места больше скуки. Все разрабатываем плечи, чтоб по ходу было легче. Все мы хотели бы, чтобы на следующий год в этом лагере построили свой бассейн, свой ботанический сад. У нас есть свой ботанический сад, но он маленький. А на следующий год я хочу, чтобы он расширился. Чтобы ботанический сад был не хуже в тот ботанический сад, который нас пригласили. Мы благодарим своих воспитателей, то, что они за нами приглядывали, они нас любят, уважали. Ирину Викторовну, она начальник лагеря. И еще мы благодарим Анну Александровну. Если бы не она, то мы просто сидели дома и скучали. Мы благодарим территориальный отдел образования Шевченковского района за предоставленную нам возможность открыть летний лагерь именно в нашей школе. Все очень благодарны за такую возможность, и никто не остался неудовлетворен. Все довольны и счастливы. И дети, и родители, и учителя. Спасибо большое. Очень сильно праздники и вся организация. Тогда, когда мы искали концерты по всяким станциям. Мы любим учителей за то, что они нас воспитали, учили всему. Родители были очень благодарны за хорошую организацию, за то, что их дети присмотрены, накормлены. И вовремя отдыхали, все проходило по режиму, все было очень организовано. Очень много развлечений было, экскурсий, соревнований. И судя по фотографиям, которые они видели каждый день, которые им отсылались, они понимали, что их дети проводят настолько насыщенно каждый день, что дома, при домашнем летнем отдыхе, никогда бы столько родителей не организовали. Нити параллели, из зеленых рек, совершите чудо, руку протяните, надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. Совершите чудо, руку протяните, надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. Мне понравилось, что как мы ездили в музей, смотрели на мотоцикл. Мне понравилось, когда мы были еще в Славутиче, плавали, я там учился, мне очень понравилось. Мне понравилось, когда мы были на экскурсиях разных, музей Богуслаева, музей техники, мне очень понравилось. Мне понравилось там, когда у нас зарядка была, это был футбол. Это так чудесно, если с вами рядом, станет добрым и веселым хмурый человек. Супчик, фрукты, йогурт, хлеб, каши, овощи, котлеты, соки, булочки, омлеты. Хорошо мы все здесь ели. С каждым днем мы все толстели, витаминов набрались и здоровьем запаслись. Кто нам помог вовремя кушать? Здравствуй, солнце, залетает поле, поле, свежий воздух, чистая река. Наш отрядик вырвался на волю, и мы поймали мастера вашу красу. Наш лагерь – самый лучший лагерь на свете.